В Одинцовской библиотеке номер один прошел круглый стол, посвященный проблемам, связанным с бездомными животными. Участники заседания обсудили причины роста числа бродячих собак и связанные с этим риски, опасность нападения на людей и распространение инфекционных заболеваний. Среди других тем – возможность организации для бездомных животных дополнительных питомников. К нам в общественную палату поступил тревожный звонок о том, что был покусан человек. Общественная палата отреагировала и собрала круглый стол на тему бездомных, безнадзорных животных. Мы пригласили службы здравоохранения, ветеринарные службы и все приюты. У нас возникает вопрос, почему большое количество собак в стаях неберкованных бегает по городу. Одной из основных проблем является отсутствие межведомственного взаимодействия. Показательным является случай, когда специалисты по отлову не смогли попасть на строительную площадку, где скрылись проблемные животные. Также был поднят вопрос о количестве вакцин в медицинских учреждениях города. По ряду причин избытка необходимых препаратов нет, но ситуация находится под контролем медиков. Наличие вакцины. Звенигородская, 120 доз. ЦРБ, 224 дозы. Райбольница номер 3, 15 доз, но есть. Вся проблема в том, что основной производитель этой вакцины, Институт имени Чумакова, проходил процедуру перерегистрации. И поэтому, да, в таком количестве, в котором она нужна на все регионы, этой вакцины не было. По результатам мониторинга численность безнадзорных животных на территории Одинцовского городского округа по сравнению с прошлым годом снизилась. Это говорит о том, что прикладываемые усилия уже начали приносить результаты. У нас было около 30 случаев бешенства в Одинцовском районе. На сегодняшний момент пока 4 случая. И это, ну, показывает, что работаем, улучшаем, улучшаем, хотя сложно прогнозировать такие вещи. На сегодняшний день в округе от бешенства привито около 15 тысяч собак и кошек. Однако проблема бездомных животных продолжает оставаться весьма актуальной. Она осложняется еще и тем, что жители относятся к ситуации по-разному. Есть сердобольные жители, которые прикармливают собак, думают, что они делают доброе дело. Но, к сожалению, это не так. Они этим только провоцируют размножение данных особей на нашей территории. Нельзя кормить собаку ввиду того, что вы покормили, она вас не тронет. А всех остальных проходящих она обязательно покусает, потому что для них вы добродетель, а все остальные – это зло. Они будут оберегать свою кормовую базу, и всех остальных будут кусать. По мнению и медиков, и общественников, лучший выход на сегодня – сообщать о бездомных собаках в электронную приемную администрации округа на портал «Добродел» или по телефону 495-593-59-21. Специалисты животных чипируют, привьют от бешенства и стерилизуют, а затем отпустят на волю. С этого момента собаки будут уже практически не опасны для жителей города. Петр Горохов, Валерия Крючкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».